Представители старшего поколения тоже не остались в стороне от празднования Дня физкультурника. В Наташинском парке для членов клуба «Активное долголетие» прошла тренировка по танцам. Наша съемочная группа наблюдала за ритмичными движениями. Латино, зумба и даже хип-хоп. Научиться танцевать можно в любом возрасте. Главное – иметь желание записаться в клуб «Активное долголетие». Жительница Люберец Елена Кашурникова так и поступила. Второй год посещает занятия по танцам, йоге, а также осваивает пилатес. Движение – это жизнь. И движение – это нужно развивать свои мышцы, несмотря, тем более в нашем возрасте они уже где-то закостенели, где-то еще что-то, но нужно все развивать и все, чтобы двигалось. Для многих начинать танцевать в таком возрасте – стресс и дискомфорт. Комфорт, отмечает тренер «Активного долголетия» Милана Артемьева. Но через несколько занятий все меняется. Учим всему. Учим отдыхать, учим жить заново. Ты каждый раз видишь, как они начинают расцветать. То, что им нравится. Они приходят и говорят: спасибо большое, это было так здорово. И то есть у них есть для чего жить дальше. У них горят глаза. Вот это, наверное, самое важное. В летний период занятия проходят раз в неделю. Каждую среду в 19:00 на площадке рядом с роллер-дромом. Осенью количество тренировок будет увеличена. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.